Включите у себя видео, пожалуйста, а то бывает, что не тянет. Помолимся. Царь Небесный, утешителю души истины, и же везде и вся исполненная сокровище благих и жизни плодателю, приди вселися в ны. И очистены от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Господь и Бог наш Иисус Христос, молим Тебя, благослови наши занятия в этот воскресный день. Ты умер и воскрес, умер за грехи наши. Благослови нас, изучать Слово Твое, не допусти нам уклонения ни направо, ни налево. Сохрани нас в любви, согласии, единомыслии по Слову Твоему. Хвала Тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Евангелие от Луки. Предисловие. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Нам неизвестно в точности, кем был по происхождению святой апостол и евангелист Лука. Он родился в Антиохии, потому принято считать, что святой Лука был по своему происхождению язычник, принявший иудейство. По роду своих занятий он был врачом. Церковное предание присовокупляет к этому, что он был также живописцем. Святой Лука принадлежит к числу 70 учеников Христовых. Древнее предание свидетельствует, что ему вместе с Клеопой явился воскресший Господь. Лука 24:13-33. Из книги Деяний апостольских видно, что начиная со второго путешествия святого апостола Павла, Лука делается его постоянным сотрудником и почти неразлучным спутником, не покидая его даже в узах. Есть сведения, что после смерти апостола Павла святой Лука проповедовал и умер мученической смертью в Ахае. Святой Евангелие святой Лука написал по просьбе некого знатного мужа, достопочтенного Феофила, жившего в Антиохии, для которого он написал затем и книгу «Деяния апостольские». Евангелие, по мнению ряда исследователей, написано в Риме не позже 62 года по Рождеству Христову. Святой Лука пользовался не только повествованием очевидцев служения Господа, но и некоторыми уже существовавшими тогда письменными записями о жизни и учении Господа. По его собственным словам, это повествование и письменные записи были подвергнуты им самому тщательному исследованию, а потому и Евангелие его отличается особой точностью и в определении времени и места событий, и строгой хронологической последовательностью. С древних времен сохранилось утверждение, что Евангелие от Луки было одобрено
святым апостолом Павлом. Глава 1, с 1 по 4 стих. Как уже многие начали составлять повествования о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова, то рассудилось и мне по тщательном исследовании всего сначала по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. Толкование. Кто были эти многие, которые начали? Лжеапостолы. Ибо точно многие составляли Евангелие, каково, например, Евангелие от египтян и Евангелие с надписью «От 12». Они только начали, а не окончили. Поскольку они начали без благодати Божией, потому и не окончили. Итак, Лука хорошо сказал, многие начали подлинно, немногие, именно Матфей и Марк, не начали только, но и окончили, ибо они имели духа творящего совершенное. А совершенно известных между нами события, ибо относящееся ко Христу не просто известно по голословному преданию, но истина, совершенно верно и вполне доказательно. Как же, скажи Лука, это доказательно? Как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова. Из этого видно, что Лука был учеником не сначала, но впоследствии времени, ибо иные были учениками слова с самого начала. Например, Петр и сыны Завидеевы. Матфея 8 глава с 18 по 22 стихи говорится об этом. Они-то и передали Луке то, чего он сам не видел, не слышал. Прежде я наставлял тебя, Феофил, без Писания, а теперь, передавая тебе Евангелие в Писании, утверждаю твой ум, чтобы он не забыл преданное без Писания. Во-вторых, так. Мы, люди, часто имеем обычай, когда кто-нибудь говорит нам без Писания, подозревать его, что, может быть, он и ложь говорит, но когда он пишет свои слова, мы верим, что он и не написал бы, если бы не было смело уверен в истине своих слов. Так евангелист говорит. Для того я написал тебе Евангелие, чтобы ты с большей уверенностью содержал то, в чем наставлен был без Писания, имея более ко мне доверие теперь, когда я настолько уверен в переданном без Писания, что изложил он и в Писании. Вопросы. Продолжаем. Евангелие от Луки, 1 глава, 5 стих. В одни Иуда царя иудейского был священник из Авдиевой череды именем Захария, и жена его из рода Ааронова, имя ей Елисавета. Толкование. Помянула царствование Ирода, с одной стороны, желание повествовать по примеру пророков, ибо они начинают так. В одни Ахаза и Езекии и такого-то совершилось следующее. В этом читаем Исаия 1.1, Осия 1.1, Амос 1.1. А с другой стороны, поскольку намерен говорить о Христе, для того упомянул об Ироде, чтобы показать, что при Ироде Христос воистину пришел. Так как Ирод сей был тогда, когда по пророчеству Иакова, Бытие 49.10, не стало князей из иудеев, то отсюда и доказывается, что Христос пришел. Прежде Рождества Христова прилично повествует о рождении Иоанновом, которое и само не без чуда, поскольку дева имела родить, то благодать предустроила, чтобы старица родила не по закону природы, хотя и с мужем. Что же значит слова из Авиевой череды? Соломон, окончив храм, установил и дневные череды, то есть седмицы. В одну, например, седмицу поставил сынов Кореевых, в другую Асафа, в следующую Авиеву, иную другого.
2 Паралипоменон 8.14 и 1 Паралипоменон 24 глава. Потому, как говорит, что Захария был из Авиевой череды, нужно понимать так, что он был в седмицу Авии, а не так, что он принял служение после седмицы Авииной. Ибо тогда сказал бы «после череды Авиевой», а теперь, когда сказал «из Авиевой череды», представляет, что он был из череды и седмицы Авии. А желая показать, что Иоанн по той и другой стороне, по отцу и по матери, законно был из рода священнического, говорит, и жена его из рода Ааронова. Ибо не позволено было брать жену из чужого колена, но из того же самого. Числа 36:6-9. Елисавета по толкованию значит покой Божий, а Захария память Господня. Вопросы, пожалуйста, если есть. 6 стих. Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. Толкование. Часто некоторые бывают праведны, но не пред Богом, а по видимости и пред людьми. Захария же и Елисавета были праведны пред Богом. Заповеди суть, например, не прелюбодействуй, не кради. Исход 20 глава 14-15. А уставы по-церковно-славянски оправдание. Суть, например, кто злословит отца своего или свою мать, того должно предать смерти. Исход 21:17. Ибо это праведно. Но знай, что и заповедь может называться оправданием, так как она делает человека праведным, и еще более есть оправдание Божие. Ибо в день он и Бог будет судить нас, имея заповеди как бы некоторым письменным оправданием. Если бы я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха. Евангелие от Иоанна 15:22. И опять, слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день. Евангелие от Иоанна 12:48. Для чего к словам, поступая по всем заповедям, прибавлено беспорочно, выслушай? Часто некоторые поступают по закону Божию, но все делают для того, чтобы показаться людям. Матфея 23:5. Таковые не беспорочные, а Захария и заповеди соблюдал, и соблюдал беспорочно, а не для того, чтобы через исполнение их понравиться людям. Вопрос. Евангелие от Луки 1:7. У них не было детей, ибо Елисавета была неплодная, и оба были уже в летах преклонных. Толкование. Жены праведников и сами праведные часто были бездетны. Чтобы ты познал, что закон требует многочадия не плотского, а духовного. Оба были уже в летах преклонных, и по телу, и по духу, ибо по душе они состарились, то есть сделали большой успех, полагая восхождение в сердце. Псалом 83:6. И имея жизнь как день, а не ночь, поступая благоприлично, как во свете. Римлянам 13 глава 12-13. Вопросы. Игнат Тихонович, есть что добавить? А тут не к чему добавлять-то, еще такая история идет. Лука 1 глава с 8 по 10 стих. Однажды, когда он в порядке своей череды служил пред Богом по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для каждения, а все множество народа молилось вне во время каждения. Толкование. Пред Богом священно действуют одни чистые,
а от нечистых Бог отвращает лицо свое. Когда же пришла к нему череда покадить, без сомнения, в день очищения, когда один первосвященник входил во святая святых, чтобы мы научились, что как этот первосвященник, войдя во святая святых, получил плод, так и Господь Иисус единый и великий поистине архиерей, войдя во святая святых, то есть с плотью на небо, получил плод своего явления во плоти, наше усыновление Богу и спасение. Вопросы. Лука 1:11. Тогда явился ему ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника кадильного. Толкование. Ангел является не всем, а чистым сердцем, каков был Захария. Жертвенник по-церковнославянски алтарь, назван кадильным потому, что был и другой алтарь, всесожжений. Лука 1:12-14. Захария, увидев его, смутился, и страх напал на него. Ангел же сказал ему: «Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн. И будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются». Толкование. Захария смущается, ибо необычайное видение возмущает и святых, но ангел останавливает возмущение. Ибо везде посему узнаются видения божественные и бесовские. Если помысл сначала смутится, но потом с рассеянием страха вскоре совершенно успокоится, то видение поистине от Бога. Если же страх и возмущение более усиливаются, то видение от бесов. Для чего ангел сказал: «Услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе сына». Ибо Захария молился не о сыне, а о грехах народа. Они говорят: так как Захария молился о грехах народа, а имел родить сына взывающего, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира, Иоанна 1:29, то ангел прилично говорит ему: «Услышана молитва твоя об отпущении грехов народа, ибо ты родишь сына, через которого будет отпущение грехов». Другие же понимают так: «Захария, молитва твоя услышана, и Бог простил народу грехи». Потом как бы он сказал: «Откуда это видно?» Ангел говорит: «Вот я тебе даю знамение. Елисавета родит тебе сына, а из того, что Елисавета родит, ты должен удостовериться и в отпущении грехов народу». Вопросы. Нет вопросов, да? Так, секунду. Евангелие от Луки, 1 глава, с 15 по 17 стихи. «Ибо он будет велик пред Господом, не будет пить вина и секеры, и Духа Святаго исполнится еще от чрева матери своей, и многих из сынов Израилевых обратит к Господу Богу их». Сидел, ты знаешь,
что там, за малолеток, там еще что-то там. И... Так, это у Надежды Васильевны микрофон не выключен, пытался ее подключить. Итак, Евангелие от Луки, 1 глава, с 15 по 17 стихи. «Ибо он будет велик пред Господом, не будет пить вина и секера, и Духа Святаго исполнится еще от чрева матери своей. И многих из сынов Израилевых обратит к Господу Богу их, и предъедет пред ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоривым образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный». Толкование. Ангел возвещает, что Иоанн будет велик, но пред Господом, ибо многие называются великими пред людьми, но не таковы пред Богом. Например, лицемеры. А Иоанн велик по душе, как и всякий, соблазняющий мал по душе. Соблазняющийся мал по душе. Ибо ни один великий не соблазняется, но малые и малодушные, как и Господь говорит, кто соблазнит одного из малых сих. Матфея 18:6. Как родители Иоанна были праведны пред Богом, так и сын их велик пред Господом. Секерой называется все, что, будучи не из винограда, может произвести опьянение. Исполнен он был Духа Святаго, тогда как был еще в утробе матери. Когда пришла к Елисавете Матерь Господа, то младенец, радуясь пришествию Господа, узыграл. Так, далее. Возвратить сердца отцов детям, то есть обратить евреев к апостолам, ибо иудеи были отцы, а апостолы – дети их. Обратил сердца иудеев к апостолам учением и свидетельством о Христе. А свидетельствующий о Христе делает и учеников его вполне достоверными. Иоанн не всех обратил, но многих, а Господь просветил всех. Пришел он в духе Илии, потому как в Илии действовала благодать, как и в Иоанне, и как Илия предтеча второго пришествия, так и Иоанн первого. И в силе Илии, потому что пришествие обоих, Илии и Иоанна, имеет одну и ту же силу, именно приводит ко Христу. И в другом смысле Иоанн пришел в силе и духе Илии, потому что и он был пустынник, воздержник и обличитель, как Илия. Возвратил непокоривым иудеям образ мыслей праведников, то есть учение апостолов. Мудрость же апостолов, благодать духа в них, которой они были управляемы. Представить Господу, то есть Христу, народ приготовленный, то есть людей, способных к принятию проповеди. Скажу некоторое подобие. Когда приходил какой-нибудь пророк с проповедью, то не все веровали, но способные, то есть предуготовившие себя к тому. Ибо как если кто-нибудь придет в дом ночью, то не все его принимают, но бодрствующие, ожидающие его и приготовившиеся к принятию. Так и Иоанн приготовил Господу людей, но не непокорных, а способных, то есть приготовившихся к принятию Христа. Вопрос такой, то есть к Иоанну приходили те, которые уже себя приготовили, получается, да? То есть не все приходили, а только те, которые себя приготовили заранее. Да. Вдруг начал читать Библию, открыл Ветхий Завет сразу же.
Геннадий Тихонович, вот такой вопрос. Это хорошо объяснено у Виктора Гюго. Это хорошо объяснено у мирского человека Виктора Гюго в «Отверженных». Он говорит, тяга к Богу прямо пропорциональна нравственности. То есть человек приготовленный. Бывает так, что ну готовый христианин, беседуешь, и ничего не надо ему. Только Евангелие открой, и он готов, обратился. Они приготовили, они ждали. Ждали суда, ждали расправы, ждали пришествия Мессии. Вот это значит, они приготовили себя. Благодарю. И комментарии Игнатия Тихоновича Лапкина. Отношение отцов и детей – это вопрос тысячелетия. Разрешить его никому не удается из поколения в поколение. Пророчество об этом оставалось невыполнимым до времени начала проповеди о пришествии Христа. Мудрости отцов оказалось недостаточно, чтобы плотника из Назарета признать за обещанного Мессию. Евреям старшего поколения мешали их раввинистические знания, мешали толкования закона Божия тогдашними учителями. Незнатные, неиспорченные тогдашними семинариями рыбаки и мытари с первой встречи приняли в свое сердце Иисуса как пророка и пошли за ним. После воскресения Христа они несомненно и безоговорочно признали в нем Сына Божия и Бога. Их проповедь была направлена в первую очередь к своим соотечественникам, евреям. Они пробивали все заслоны, стоящие на пути к спасению старшего поколения, учением и свидетельством о Христе. Проповедь о Христе во время и не во время, во всяком месте, многочисленные доказательства из закона пророков и псалтири многих из распинателей Христа привели к раскаянию. Деяния 2.37. Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи братья? Петр же сказал им, покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Тысячи уверовавших были обращены учением и свидетельством о Христе. Трагедия о России и Русской Православной Церкви, трагедия монархии заключается не в революции, не в жидомасонах, а в потере веры в евангельского Христа. И ничем невозможно исправить положение, в первую очередь, в церкви, как только открытой, неповрежденной евангельской проповедью, когда каждый христианин понесет благую весть окружающему миру. Церковь может стать воистину невестой Христовой только тогда, когда она будет наполнена учением и свидетельством о Христе. Этим должны быть наполнены семьи наши, разговоры, богослужения, письма, выступления. Идем дальше. Евангелие от Луки, 1 глава с 18 по 20 стихи. И сказал Захария ангелу, почему я узнаю это, ибо я стар, и жена моя в летах преклонных? Ангел сказал ему в ответ, я Гавриил, предстоящий пред Богом, и послан говорить с тобой и благовестить тебе сие. И вот, ты будешь молчать, и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется, зато... что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время. Так, секундочку. Вот. Сейчас.
А, здравствуйте, Сергей? Да, у нас занятие сейчас по изучению слова. А, происходит занятие в данный момент сейчас? Да. А мне что делать? Отключите микрофон и слушайте. Ага. Ладно, попробую, спасибо. Толкование. Хотя Захария был праведен и свят, однако же, принимая во внимание необычайность рождения сына, нелегко поверил, почему и ангел и сказывает ему о своем достоинстве. «Я, Гавриил, предстоящий пред Богом, не бесобольститель, а Божий ангел. Итак, за то, что не веруешь, будешь глух и не способен говорить. Справедливо подвергнется тому и другому, глухоте и немоте, ибо как прислужник наказывается глухотой, а как противоречащий молчанием. Кроме того, он предизображал и случившееся с иудеями, ибо как он, старый и бесплодный, и не поверивший, родил сына большего пророков, так и церковь иудейская, иерархия, хотя застарела и была бесплодна, и неверна, и прислушна, однако же родила во плоти Слово Божие, владыку пророков, с рождением которого бывшие прежде непокорными перешли к вере и исповеданию. И еще один комментарий Игнатия Лапкина на слова Феофилакта: прислужник наказывается глухотой, как противоречащий, молчанием. Слово Божие называется так потому, что оно исходит от Бога или через ангелов-вестников, или через пророков, избранников Божьих, или через апостолов, посланников Господних. Святые Божьи человеки явились той тростью, которой двигал Дух Святой. 2 Петра 1:21. Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Неверие или противоречие этим глашатаям истины равнозначно противлению Богу сил Саваофу. 1 Царств 15:23. Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление тоже, что идолопоклонство, за то, что ты отверг слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем над Израилем. Бог не смотрит на личность, и тот, кто не хочет слышать Слово Божие, поражается глухотой, как аспид. Псалом 57:5. Яд у них, как яд змеи, как глухого аспида, который затыкает уши свои. А тот, кто начинает противоречить вести Божией, поражается отнятием языка гробовым молчанием. В древние времена подобные люди обличались через пророков. Но и будучи глухонемыми, эти прислушники, любящие противоречить Богу и вносить в слова Божии тысячи комментариев, извиняющих их, оказались очень живучими и чрезвычайно плодовитыми многочадными. Пророк Исаия 6:10. Иди сюда, на. Ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не разумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их. Через тысячелетия эти глухонемые аспиды, ядовитые змеи переползли в Новый Завет и заполнили все в Церкви Божией, особенно в алтарях. Кратно повторяют: «Господи, помилуй», издают трескучие звуки этими словами, не вкладывая в них никакого смысла.
а следовало хотя бы раз объявить всероссийский пост и целый день повторять одну молитву. Господи, помилуй нас, что мы перестали слышать Твой голос, забыли Библию и все заполнили вымыслами человеческими. Мы стали глухими асподами в рясах и ризах позлощенных. Господи, помилуй, исцели наш слух. Господи, помилуй, что мы противоречили ясно сказанным словам Твоим в Библии и перетолковывали в свою пользу животолюбцев. Мы окороставали в грехах наших и стоим в ризах этих, как гробы окрашены, как молчаливые покойники. Это Ты поразил нас молчанием, и нет от нас проповеди Евангелия. И жизнь в церкви умерла, и мы все уподобились скотам несмысленным. Мы собираемся под своды этого храма, как молчаливые змеи, ехидны и аспиды, и находимся в темноте без слова Твоего, без Святой Библии. Псалом 118, 135. «Осияй раба Твоего светом лица Твоего, и научи меня уставам Твоим». Устами послушного Тебе громогласного пророка Ты обращаешься именно к нам. Матфея 12, 34. «Порождение ехиднины, как вы можете говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста». «Ты сам обличаешь нас, глухих и немых». Надежда Васильевна, микрофон выключите, пожалуйста. «Выдохли все». Надежда Васильевна, выключите микрофон. От прокурора-то я не знаю, нету вести никаких. Вы больше не включайте, мешает. «Ты сам обличаешь нас, глухих и немых». Матфея 23 глава, 33 стих. «Змеи, порождение ехиднины, как жите вы от отступления в гиену?» Молюсь за его обращение к Богу. Надежда Сатурна. Васильевна, выключите микрофон и не включайтесь так, больше. Да где он, я не знаю, где микрофон выключает. Я хочу ответы, 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 ответы на место. Магнитофон тогда выключите. Это не надо. Сказали, да бросьте, зачем? Она вот... «Змеи, порождение ехиднины, как убежите вы от осуждения в гиену?» Это к нам, потомкам древних прислушников и противоречащих тебе, возвещает Дух Святой. Матфея 13:15. «Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами и не услышат ушами и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их. Господи, помилуй». Вместе с нами от нашего ненаучения, от нашей глухоты и немоты. Иоанна 12:40. «Народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердце свое, да не видят глазами и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил. Мы молчим, ибо это Твое наказание за неверие наше Твоим словам, начертанным во Святой Библии. Мы противоречили Тебе и изменили ясные слова Твои вымыслами человеческими. Через апостола Павла Ты снова говоришь нам из Святой Библии. Деяния 28:27. «Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». Господи, помилуй, мы верим, что Ты можешь изгнать из нас беса глухого и немого. Дай такое повеление ему. Марка 9:25. «Дух немой и глухой, я повелеваю тебе, выйди из него и впредь не входи в него».
да отверзутся уста пастырей, ириев и архиереев. Сними это тысячелетнее проклятие, тяготеющее над православной церковью, эту анафему немоты и глухоты, поразившую пастырей. А тебе слава, исцеляющий Бог. Аминь. Вопросы? Мир вам, братья. Это Роман Фроликов. Вот я вот много раз тоже читал вот эти строки, когда ангел наказывает Иоанна, не Иоанна, а отца Иоанна, крестителя. И я вот как бы в них не увидел в переводе на русский язык каких-то неверия такого особого, ну, сам как бы такого, ну, больше неверия, чем когда Мария, Матерь Иисуса Христа, говорит слова. А как я узнаю, если я незамужняя, да? Вот. Как я узнаю это, если я незамужняя? То есть я вот не вижу разницы между вот этими сомнениями. И то сомнение, и это сомнение, мне кажется. Вот как тут быть? Хотя Мария не была наказана за сомнение. Игнатий Тихонович, вы с нами, нет? С вами, конечно, рядом сижу. Я отошел, рядом сижу. Так вопрос-то к людям нельзя этот задавать, только к Богу. Роман, ты же видишь, что и другое делает Господь, а мы даже это принимать и не толковать. Почему наказал, а почему не наказал? Сколько таких людей, которые, говорят, живут, и кости их полные жиром, как пишется эта книга Иова, и детишки их как телята прыгают. После пищеварительного процесса они спокойно сходят в преисподнюю. А другой праведник, и у него все везде шишки на него валятся. Почему? Бог знает, только вечность откроет. Что-то мы можем увидеть, а что-то нет. В премудрости Соломона говорится, он молодой, в молодых летах умер. И никто и не подумает, что Бог восхитил его, то есть забрал от этой жизни, что ум его не развратился. Прямо говорится, какая причина? Это про одного царя говорится. В доме его найден был только один праведный ребенок, и он умер. Умер, то есть Бог взял его. Мы так кромку, что нам открывает Писание, можем сказать, а почему так? А почему я такой ростом? А почему я такой цветом? Почему такой национальности, пол? Все можем ставить, почему хоть? Не знаю, Бог так сделал. Вот весь ответ. Просто почему я еще спрашиваю, вот тут пишут, как мусульманин, пытаетесь проникнуть разумом. Да, я пытаюсь проникнуть разумом, так же, как Игнатий Тихонович тоже пытался проникнуть разумом. Почему апостолы научились разговаривать за один день на иностранных языках и не верил этому, почему так произошло. Вот, поэтому тут мусульманство ни при чем, тут совершенно. Мусульмане как раз разумом ничего и не понимают. Если бы они понимали разумом, они бы как раз и пытались понимать. И тут и понятно, что сердцем и вот очень даже имеет к спасению души понимание, потому что это рассуждение. И Амвросий Оптинского, когда спросили, что прежде всего, какая добродетель самая главная, он и сказал рассуждение, то есть как раз понимание умом. Вот, в первую очередь. Должно быть. Вот. И почему еще другое дело, да, как Игнатий Викторович говорит, что не всегда это возможно. Но почему я еще спросил? Потому что вот только-только недавно, может быть, месяц назад, я это стал говорить тоже при Благовестии, а оказывается, только до меня стало доходить некоторые вещи, вот, которые в Евангелии описаны тоже. Вот. Хотя я их не понимал раньше. И только-только почему-то стали доходить. Вот, поэтому я думаю, может быть, я тут что-то тоже еще не понимаю. Вот, вот так вот меня смиряет. То есть, понимаю, что я все еще нищий духом. Думал уже, что все знаю, знаю, тут раз открывается такое, что я
не понимал, значит, как-то я что-то еще и в другом месте могу не понимать. Так. Нищий духом. Спаси Христос. Идем дальше. Лука, 1 глава, 21 по 23 стихи. Между тем, народ ожидал Захарию и удивился, что он медлит в храме. Он же, выйдя, не мог говорить к ним, и они поняли, что он видел видение в храме, и он объяснялся с ними знаками и оставался нем. А когда окончились дни службы его, возвратился в дом свой. Толкование. Видишь ли, как иудеи дожидались и оставались, пока вышел первосвященник? А мы, христиане, лишь вошли в храм, как и думаем уже, что с нами дурно случится, если мы не выйдем. Захария делал знаки народу, вероятно, вопрошавшему о причине молчания. Но как он не мог говорить, то и объяснял ее знаками. Примите то, что Захария не пошел в свой дом, пока не окончились дни его служения, но оставался в храме. Ибо Нагорная страна действительно далеко отстояла от Иерусалима. Да священнику, если он имел дом в самом Иерусалиме, не позволено было уходить во время его череды из двора храма. А мы, увы, как пренебрегаем божественными службами. Что Захария не мог говорить, а употреблял знаки, это указывает на неразумную жизнь иудеев, ибо, умертвив слово, они не могут дать отчета ни в делах, ни в речах своих. Если же спросить у них о чем-нибудь пророческом, то они не отверзают уст и не могут дать тебе ни слова, ни ответа. И еще один комментарий Игнатия Латкина. Тем более темных людей на земле... Нет более темных людей на земле, как православные люди. Пастыри заморили их, они их не кормят и не учат самих добывать пищу себе. И о чем бы ни спросили из Писания те, кто посещает православные храмы, никто ничего не знает. И этим приносят огромный вред Церкви Христовой, как говорит святитель Афанасий Александрийский. Слово же Божие повелевает изучать Библию, чтобы мы могли ответить на любой вопрос, который нам зададут друзья или недруги. 1 Петра 3:15. Господа Бога светите в сердцах ваших, будьте всегда готовы всякому требующему вас отчета вашим упованием, дать ответ с кротостью и благоговением. Колоссянам 4:6. Слово ваше да будет всегда с благодатью, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому. Неужели священникам выгодно иметь такую темную, необразованную массу? Неужели им не стыдно, что при встрече с любым сектантом от его паствы не останется даже праха? Вопросы? Алло. Да. А вот говорили про то, что поражает молчанием Бог. А я давно понимаю уже, что, мне кажется, сейчас время глобального искушения – это, наоборот, говорение, что все умные, век информации. И когда человек узнает что-то из Библии даже, рассуждают, спорят, рождается ощущение приобретения. И когда и каждый хочет быть учителем в каком-то смысле. Я думаю, может быть, больше сейчас это искушение глобальное, что все все знают или делают вид, что знают. И говорят, и говорят, и говорят без конца. У меня вот такое вот ощущение возникло с годами, с десятилетиями. Игнат Тихонович, с нами. Да. Как вы считаете, вот
прав человек, что вот такое ощущение есть, что многие говорят, что не по делу. Период молчания как бы... Ну, конечно, правильно. Говорят, совершенно не знают о чем. Вот у меня комментарии выставляют, которые, ну, может быть, из трех, из четырех, один какой-то немного, так правильно. Вообще ничего не знают. А вот так скрытое лицо, и вот он теперь, у него ни фотографии нету, прикрылись аватарами, никами. Ну и безобразничают. И входит в сокровенное, там, проповедь Златоуста или жития святых, о чем ему, говорит, даже языком шевельнуть нельзя. А он привык трещать. И трещит. Ты сначала наполни сокровищницу драгоценностями, чтобы раздавать другому. А что раздать-то может, когда дырявая посуда? Чтобы не услышал мгновенно, у него есть ответ. А ответ даже близко не подходит. Доброе знание трудом достигается, большим трудом. Вот правильно, конечно, и говорит. Продолжаем. Евангелие от Луки, 1 глава, 24-25 стихи. «После сих дней зачала Елисавета жена его, и таились 5 месяцев, и говорила, так сотворил мне Господь во дни сии, в которые призрел на меня, чтобы снять с меня поношение между людьми». Толкование. Елисавета, будучи целомудрена, стыдилась и, зачав в старости, таилась 5 месяцев, пока зачала и Мария. Когда же и сия Мария зачала, и младенец взыграл во чреве ее, Елисаветы, она уже более не таилась и даже держала себя смело, как мать такого сына, который прежде рождения своего почтен был достоинством пророка. Вопросы. А поношение от народа было потому, что она была в возрасте и не зачинала, чтобы Господь не благословил на сына, поэтому поношение? Игнат Тихонович, поношение в этом было, что она не зачинала или что старая зачала? Это осталось и у мусульман, и у евреев. А у христиан это даже в помине нету, потому что тут духовное щедородие. А плотское хоть 1000, как Сираха говорит, ради... У Бога нет исследования, сколько лет ты жил, сколько детей нарожал. Если детей не было, то они считали, что человек не угоден Богу. Рассуждение-то шло только с этой стороны. Если так считать сейчас, самая благословенная нация на земле – это Китай. Ну, кто это скажет? Китай, когда вообще в Бога не верит. Никак не верит. Никакого божества-то нету. Будда-то – это человек. Нирваны достигает, и все. Вот так. Братья Карамов-Роликов. А еще вот я читал такое толкование, что действительно из-за неплодия в то время именно, когда они ожидали Мессию, то есть считалось, что раз женщина не рожает, то от нее не может родиться Спаситель. Они ждали Мессию, Спасителя. Но они его не так представляли, как был Иисус Христос, по-моему. И до сих пор представляют, к сожалению, не таким. Вот. Но тем не менее. Да, есть такое. Так, ну идем дальше. Евангелие от Луки, 1 глава, 26-30 стихи. В 6-й же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу именем Иосифу из дома Давидова, имя же деве Мария. Ангел, войдя к ней, сказал: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословена ты между женами». Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога». Толкование. В месяц 6-й, считая от времени зачатия Иоанна.
Говорит, что дева обручена была мужу из дома Давидова, чтобы показать, что и она происходила из Давидова же рода. Ибо был закон, чтобы обе половины в браке были из одного и того же рода и из одного и того же колена. Числа 36:6-9. Поскольку Господь сказал ей, в болезни будешь рождать детей, Бытие 3:16, теперь эту болезнь разрешает та радостью, которую, какую приносит деве ангел, говоря, радуйся, благодатная. Поскольку Ева была проклята, Мария теперь слышит, благословенна ты. Мария размышляла о приветствии, каково оно, не гнусное ли и порочное, каково обращение мужчины к девице, или божественное, так как в приветствии упомянуто и о Боге. Господь с тобою, ангел, во-первых, успокаивает сердце ее от страха, чтобы она приняла божественный ответ в невозмутимом положении. Ибо в состоянии смущения она не могла бы должным образом выслушать имеющиеся сбыться. Потом, как бы в изъяснение вышесказанного, слово «благодатное» говорит, «Ты обрела благодать у Бога, ибо быть облагодатствованным значит получить благодать у Бога, то есть угодить Богу. Но это счастье общее, ибо и другие многие получили благодать у Бога. А приносимое Марии приветствие не идет еще никому». Вопросы. Так, час занятий прошел. Давайте полчаса следующий можно беседовать, делиться мыслями, задавать вопросы. Теперь время Игнатия Тихоновича. У меня есть вопрос, можно задать? Да, конечно. Игнатий Тихонович, здравствуйте. Здравствуйте. Это Оксана Сахина, да? Да. Вот, значит, человек один уговаривает меня выйти из этой беседы, из изучения Библии, из-за того, что, мол, занятия направлены не на обсуждение грехов, а то, что занятия направлены на обсуждение грехов других людей, а не внутрь себя. Что вы мне ответите? Я записываю. Что значит обсуждение чужих грехов? Если люди не верят и нарушают заповеди, все пророки в этом направлении трудились. Это монашеское изречение ваше. Внутрь себя, а там ничего, кроме грязи и греха, нету. Нигде это не написано, чтобы сидел внутри себя, размышлял. А однажды родившись, избавился от греха и свет проливал на мир, как город наверху вершины. Эти-то слова все забыли. А вот не надо осуждать. А зачем осуждать-то? Не надо осуждать. Про это и речи никто не призывает осуждать. Он уже осужден. А неверующий уже осужден. А раз он осужден, то что его осуждать-то? Но наговорить об этом надо. Все пророки, потому и пророками были, что они обличали народ. Вот Неемия шел, из плена народ вывел, а он увидел, живут в грехе. И устроили с Ездрой вселенский развод. Это же мы сегодня так легко рассуждаем. А представь себе, хорошая жена, любимые дети. Оттуда отправили их, свояки все, ее по жене. И вдруг жена является с ребятишками. Что случилось-то? Не знаю. Во всей стране нас погнали, надали, заплатили алименты за 40 лет вперед и домой отправили. Никто не понимал, что очищали еврейское название. Полукровки. Они язык даже не знали. Кто осуждал их? Никто не осуждал. Они осуждены были. Поэтому я рвал им волосы, я их бил, говорит. Вот это воспитание было. А или я осуждал, нет валовых жрецов. А что осуждать-то? Хватайте их. И 850 голов сразу отрубил. Давайте внутри смотреть. А внутри-то ничего и нет. Пустота. Тьма. Когда Бог осияет сердце внутри Господь, тогда и пророческие слова звучат. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Кто не будет веровать, навеки погиб. Нет другого имени под небом данного человека. Кто будет говорить не так, анафема ему. Ну, читайте Галатам, 1 глава, 8, 9 стих. Какое это же осуждение. Не осуждение, это приговор Божий. Это все придумали осуждение. Когда говорят, не судите, это означает только одно, когда они говорят священники, что не трожьте нас, грабим вас, жрем плоть вашу,
Ну и отойдите от нас. Вы посмотрите, что с церковью-то делается сегодня-то. Она была церковь гонимая, а сегодня презираемая. Сегодня у нас батюшка наш приехал, через месяц там по мощам ездил, да по монастырям. Какое отношение? Никто не жертвует уже деньги, как раньше было, перестройка, когда была, на храмы. Никому это не надо. Люди куда угодно тянутся, лишь бы только не в православие. Они увидели всю бездну, которая раскрылась перед людьми. Ничего не знают. Освещают на дорогах машины, только освещать деньги. И все, деньги, 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 деньги. Сказали, цены не назначать. Тогда пожертвование такое же самое, 5000 за бракосочетание. Но слова-то какие, никого не судите. Не суди, судить не надо, он осужден. Апостол Павел, когда говорит, такого блудодеяния даже у язычников не слышно. Считайте 1 Коринфянам. Так он осуждает или не осуждает? Что в аду места мало таким, как говорит Иоанн Златоуст. А он гремел и гремел пророческим глазом. Еще малое время и погибнет город. Еще 40 дней погибнет город. Почему? Погрязли в грехах. И это увидел царь. Объявил пост. 3 дня там сколько не ели, скотина, никто орали, все младенцы плакали. И Бог услышал. Необходимо на это указать. Не будете веровать, все так же погибнете, так же, как Силамская башня раздавила сколько. Видите как? А это что сказали, это, знаете, послушание Ави дороже поста и молитвы. Это монахи придумали, чисто сатанинский лозунг. Пост и молитва – это главное оружие против дьявола. А монахи придумали послушание монаху, который над тобой стоит, поставлен, издевается, дороже поста и молитвы. Выбили оружие из рук-то. И люди, да, напаститься не надо, я и так. Они не знают живой связи с Богом. Нет беседы, нет ответа, ничего никто не знает. Пришел, отстоял и ушел. Кто не причащался? В церкви оглашенно изойдите, потом двери, то есть закрыть, чтобы посторонний не зашел. У нас абсолютно все вывернуто в церкви. Специально диакон проверял, нет ли чужих. Священник допустил до причастия или нет. А сегодня курят, бритые, все лезут. Вся скверна здесь, все садомиты. Все женщины, развратницы на букву «Б», все туда лезут. А поп стоит с чашей, куражится. Стоит и куражится над толпою. Я знаю, откуда эти выражения. Внутрь смотреть, а там нечего смотреть. Там должен быть Христос. Радость. Придем, говорит, с Отцом и обитель у Него сотворим. Вы храм Бога живого. А тут смотреть себя всю жизнь с грехом борется. Не стой, Андрея Кураева, говорит, все монастыри, говорит, все так боролись с анонизмом. По пустыням. В житиях-то святых все это открыто. Дмитрий Ростовский написал, и Господь об этом говорит. Павел к римлянам пишет, к римлянам 1 глава, посчитайте. Заменили естественное употребление женского пола противоестественным, разжигаясь похотью мужчины на мужчинах, делая срам и получая должное возмездие за свое заблуждение. Что это? О чем речь идет? Так осуждают, не осуждают-то? Не только осуждают. Он в Грузии там пошли эти садомиты, парад свой, так их едва-едва спасла полиция. Кто что мог, хватал и бил их. Все, больше ни одного нигде нету. А то устроили Майдан. Почему они у мусульман нету? Их сразу же арестовывают на 10-й этаж и связанных вниз головой. Только с высоты, чтобы духу не было. Так они осуждают или не осуждают? Они понимают это повеление Божие. Слово Божие должно быть солью приправлено, не просто губкой гной размазывать, как говорит Иоанн Златоуст. Чтобы гремели на вершинах гор, возвысь голос твой. Народ мой не знает меня. Вол, бык знает, осел знает, а народ мой не знает. Отступил и пошел. Читайте 1 главу пророка Исаии. Так он осуждал или нет? Еще как осуждал. Иерусалим наполненный от края до края кровью. Мужчины табунами ходят к женщинам чужим. Это Оси говорит там об этом. И все пророки говорили об этом. Так это кто, осуждали или нет? Они не смотрели, что там внутри. Бог повелел, и я пошел, как Михей говорит. Он не лицемерил. Мне Бог повелел это сказать.
Не покаетесь, так же погибнете. Змеи приползли тут. Так он осудил змеями. Давайте Иоанна Крестителя тоже говорит, что он не тот пророк. А какими словами он встретил приходящих людей? Порождение хинины, то есть змееныши. Кто ему внушил бежать от будущего гнева? Сегодня разве поп так скажет? Ваша алтайская боголюбивая паства стоит. Они не знают Бога. Бог это грозный судья. А других, говорит Павел, страхом спасайте, гнушаясь, даже одежды не трожьте. Так он что, грешник, а ты не грешник? Сегодня могут лопотать. Не прикасайся к одежде даже. Она осквернена плотью. Это кто говорит? Апостол Павел. Видишь, как придумали. Не надо осуждать. А зачем осуждать, когда он осужден? Говорить надо об этом, обличать. А все это старается прикрыть словом осуждать. Ты осуждаешь. Мне не надо осуждать. Меня никто не ставил осуждаться. Судить будет Бог. А судить, это значит приговор привести к конечной точке. Суд один будет всем. Вот об этом мы считаем 2 Коринфянам, 5 глава, 10 стих. Всем надлежит предстать пред судилище Христово, чтобы получить соответственно тому, что делал, живя в теле. Тело как будто избушка, а я в ней жил. Доброе или худое. Вещи надо назвать своими именами. Так Златоусту говорили, да он, говорит, не проповедует, а только ругается и ругается. Ругается и ругается. Это я, ну, Златоусту говорили. Так что забудьте про это. То, что они обличают, а обличение называть осуждением, это совершенно не понимать ничего. Вот так. Игнатий Тихонович, есть ли у вас подборка по поводу самоубийц? Потому что у меня сейчас бабушки сиделку наняли, я ее уже не первый год знаю, у нее сын 10 лет в тюрьме сидел и сейчас досиживает свой срок. И повеситься пытался, его достали там из петли. Вот. И вообще, что-то в последнее время шапочные знакомые какие-то стремятся закончить свою жизнь. Нам зачем об них говорить-то? Мы знаем, кто покончил жизнь самоубийством. Ахитофел. Пошел и удавился. Иуда. Это самые беспокаянные. Но за них не молиться ничего нельзя. А сегодня патриархия решает. Можно молиться. Справочку достань, что он умалишенный был. Вот это Фрося Бурлакова. Сенина там была. Фамилия-то ее. Играла роль Анны Карениной. Льва Толстого, ты не могла выйти из роли. Та бросилась под пояс, и она бросилась. Как программисты, большей частью-то одержимые демонами. Так и артисты. Демоны блуда в них гуляют. Кого не посмотришь, почти ни одного нет с одной женой. Начнут говорить, Кобзон, сколько у него было? Евтушенко, Евгения, сколько? 4? С четвертой женой? Так это специально. Сколько у Сергея Есенина? 7? Так это официальное, которое там он что-то было. А сколько попутно-то, он счету не знает. И все православное. А потом в петлю. Вот, пожалуйста. И начинают сейчас оправдывать. Грех запутался, дальше некуда. Стреляются. Чуть какое. Вот это поехали в Сирию, там писали Сидоренко. И сам себя застрелил. Ну, как пишут, это из этого-то. Письмо написала девушка или женщина, что-то ему не понравилось. Ну и что ты доказал-то? Что доказал? Человек как бы не согрешил, у него надежда степлится, я принесу покаяние. А у самоубийцы нет ничего. Нету. У нас одна в петлю полезла, в деревне была. Ну, поставила табуретку туда, и она оборвалась у нее, эта веревка-то. А ей тогда голос раздался. Зачем ты перекрестилась? Я не могу. Она в петлю полезла и перекрестилась. Благослови, Господи. Ты Бога прокляни и умри. Похули Бога. Как жена Иова говорила. Он говорит, ты как одна из безумных. Я тебя на ниточке повешу и не оборвется. Про них какая подборка-то? Подборки никакой нету. Мы знаем, там Ахитофел вот эти были.
Впереди там еще есть Авимелех, Саул, пал на меч свой сам. Это не практиковалось и не одобрялось. У японцев это сплошь. Захватили их там 150 человек, и уже все, со всех сторон окружили их. А у них у каждого граната. Он эту гранату колбу взрывает, и мозги вылетели. Самоубийцы. Ну, а что спрашивают-то? У христиан этого не может быть. Даже в помине не может быть. Хотя есть жития святых, как Парасковья. Пришли брать ее, она боялась, что совершат насилие. Она поднялась там какой-то, там второй, третий этаж дома был, и оттуда бросилась в окно, воинам не дала. Не далась. Разбилась. И это одобряется. Она святая. Вот считаем, это в марте было, кажется, 5 марта, Драсида. Это не просто девушка какая-то, а дочь императора, если не ошибаюсь, Трояна. Он взял, видишь, что христиан ловят, одного жгут, двое становятся рядом. Он тогда разжег там, как доменную печь, и написал: «Христиане, избавьте от нас от труда ловить вас, приходите и сами в печь лезьте». И она тоже сама себя крестила, где-то достала причастие или как, причастилась, и пошла, и в огонь бросилась. Святая Драсида, запомните. По Слову Божию нигде это не одобряется. Потом церковь уже приняла правило, чтобы ни под каким видом этого не делали. Не ищи погибели. Огонят в одном городе. Господь сказал: бегите в другой. Вот как. Сами себя берегите. А пример я знаю. Афанасий Александрийский, диакон. Потом стал патриархом. Он их вокруг пальца обводил, гонителей-то. И везде проповедовал, и из-под земли, и в колодце одна девушка держала. Он оттуда таким посланием разразился, всю империю трясло. И потом стал патриархом Александрии. У него прям рядом, из-под смерти ускользал и опять тут же говорил. Непрерывная проповедь лилась. Ария-то он разгромил. Все почти подписали, которые там были слабые характером, архиереи, арианский закон-то. А вслед за ним все стали дезавуировать свою подпись, убирать. А всего лишь диакон, никто не знал. Обличительные слова к архиереям, к другим, и какие страшные слова по-нашему, если судить. Апостол Павел, перед ним Елима Волх, он: «Ты враг всякой правды, сын дьявола!» Так осуждает или нет? «Вот на тебе рука Господня! Не будешь видеть света!» Апостол Павел. А сам говорит: «Не судите!» И Господь говорил. А он и не судил, он приговор ему вынес уже. Сын дьявола. А таких сыновей-то дьяволов сколько сегодня в церкви? Противоречит истине. Перестанешь ли совращать с прямых путей Господних? Кого-то, может, не касается, а меня это касается. Священники там, архиереи против меня что только не пишут, и ни одного слова правильного нету. И на прямой контакт по скайпу никогда не выходит. Да еще прикроется каким-то лживым ником. Поставит вместо себя иконку или еще храм какой-то. Ну, фальшь. Дети лжи. А дьявол есть отец лжи. Вот вам ответ. Все. Я, Василий, мы как-то беседовались год назад, я пытался в православие попасть. И у меня были такие вопросы. Вот один из них сегодня. Вот православие, мне нравилась такая идея, я был в протестантизме много лет, что была одна единая апостольская церковь. Потом пошли разные расколы. И вот эта единая церковь, мне оно как-то подкупило, сама идея этой единой церкви. Вроде бы все правильно. А потом вопрос же сегодня, вроде официальная православная, она как бы и нехорошая, ну по всем параметрам, если смотреть, оно правда что-то там, много чего беззаконного. Потом православные истинные группы откалываются, те, другие, третьи, ну и как говорят, что с нами Бог, мол, мы истинные, как бы уже истинно православные, даже такой эпитет уже. Так я думаю... Так а чем отличаются от раскольников тогда? Зачем я выходил с баптизма, думаю? Теперь каждая группа учит, что у нас истина, мы более правильно поступаем. Опять же, предания,
вот говорят, что Библию нельзя понимать без предания. А предание ведь тоже можно по-всякому толковать. Ну, и каждая группа вроде толкует, как бы. Я тоже очень мастер, хорошо могу учить толковать. Я говорил о знаниях. Все знают, и не то, что неправильные знания, а правильные знания, хорошие. И вот когда узнают люди что-то, у них создается иллюзия приобретения. Я вот для себя делаю вывод, может, в максимальной простоте надо прийти. Молитва, пост, вот, никого не судить, всех любить. Такая религия простая. Да. Как бы так, на ладони учение Христа можно записать. Люби ближнего, люби Бога. Чтобы все это сделать, поищи Бога в молитве. Даже у меня такая была идейка, ну, как бы шутка, ладошечников создать, вот такую религию, ладошечники. Ну, на ладони учение Христа можно записать. А люди спорят, знания. Я говорю о христианском только, истине. Вот как вам это понравится, вот моя идея? Да, знаете, молитва, пост, один на это ответил так. Меня, говорит... Да, слушаю. Один ответил так. Меня, говорит, от своих идей тошнит, да еще твои слушать. Почему мне такие идеи... Сейчас все уже, вы сказали, больше не встревайте пока. Конкретно, почему мне эти вопросы не приходят? Никогда, и не могут прийти. Потому что я знаю истину, а остальные меня не касаются. Если я вижу там неправильно, я им напишу. А зачем мне доказывать ему? Я знаю, вот на Украине от зарубежной церкви отошел Агафангел. Ну, он только не подчиняется патриархии. А остальное это все учение сохранилось. Мне зачем говорить о нем даже, когда все там правильно? Так он не один. Антоний. Это тоже осколки зарубежной церкви. Антоний Орлов. Я у него жил в Лос-Анджелесе. Все строго православное. Но они нигде не говорят о проповеди, о благовестии. Они нигде не говорят и не проповедуют. Я сегодня рассказывал, как в Лос-Анджелесе. И живу, и нигде встречи не могу устроить. Но все-таки с молодежью встретились. В начале 5 или 6 вечера, уже час второй ночи идет, и никто никуда не уходит. Только старики, такие глаза у них, да это наша молодежь. И так слушай, да они вообще ничем не нуждаются. А тут нуждаются, спрашивают, огнем горят глаза. Работать надо. И Дух Святой покажет. Не на ладошке, а вся мировая история, вся вселенная не может вместить. Какая вам ладошка-то? Идите по всему миру, разве это ладошка? Один Златоуст, только 12 томов. Толкование. А толкование можно перетолковать. Нет, не перетолкуешь. Определенно и четко. От и до. Шестой Вселенский Собор, 19 правило, запрещает самому толковать, вопреки святых отцов. Вот как это звучит. Это уже сказано было. И где-то искать, ходить. Что ходить-то, когда надо работать? Я пошел бы куда-то искать. А когда вы узнали истину? В один вечер. Сегодня я покаялся, и Бог сразу мне все дал. Как будто я 100 лет учился. А теперь только углубленно уже открывает больше в этом увидеть. У меня вообще нет вопросов никаких. Я знаю, что если не так патриарх делает, я написал ему письмо. Ответа нет, больше не пишу, усиливаюсь молиться. Мы каждый день молимся за Папу Римского, за Франциска и за Венедикта. И это просто обязанность моя. А они не так. Где не так, об этом сказали. Я ездил, подарил им книги в Риме. В Ватикане были. А что, я ходил, а что они протестанты-то? Они церковь, они не церковь, нет таинства, нет отпущения грехов. Они не могут так, кому простить и проститься, они этого не могут делать. Еще бы я туда пошел-то, когда эта секта возникла спустя 1800 лет. Церковь однажды образована в Сионской горнице и доме Корнилия, и навеки, врата ада не одолеют, Матфея 16:18. Не одолеют, а что такое? Врата ада – это то, что ведет в ад. Это гонители иудеи и всякие секты, еретики, раскольники. Узнал это все. Заботься о них. Вот мы здесь встречаемся, иудеи приходят, каются, мусульмане каются. Каких только людей нету. Бог открывает сердце, притом другой нации совсем. Это не где-то, в моем доме, конкретно, где я сижу здесь. Люди с такими знаниями, званиями такими большими. Одна беседа, и человек все бросает. И родные, и близкие делаются, как будто это не его родные. Вот он здесь, вот Сергей Игнатов, Сергей Егорович, юрист с Украины, приезжает уже сколько?
Что его коснулось? Живое слово. Он понес это, попы его сейчас по всем кочкам несут. Я говорю, радуйтесь и веселитесь, велика ваша награда на небесах. Отлучают от причастия. И куда идти? Никуда, трудись в церкви. А сектанты это еретики, все. Они не имеют епископства. Самоизмышленные до Фана Верон и Корей, их последователи. Это один раз ты дойди до конца, до точки, ты и поймешь. А где правильно? По сегодняшний день правильно. Католики, православные, ну это и старообрядцы, которые священство имеют, григоряне, армяне, копты, сирийцы, все. Дальше за этой гранью нет ничего. Тьма. А их столько там уже там сектантов, а их 20 тысяч названий. Один раз узнай, больше туда не касайся, выйди оттуда, не прикасайся. Отряхни прах с ног. Все. И у тебя столько времени высвободится, и ты будешь видеть и трудиться, и обо всех молиться будешь. Вот ходит там Харольский Симон по горам поет-то, смотрели его. Я посмотрел, ничего нету. После каждой песни, ну на следующую песню подайте мне денег-то. Я вижу, совершенно не туда. Это то, что-то еврейское там обязательно должно быть. Я не знаю, это мессианские евреи или что-то. Ну и что? А ничего? А на ответ я написал, не пишет. Я сразу начал молиться о нем. Молюсь, Господи, хороший человек. Благослови его, открой ему глаза. Чем мне его судить-то? Другой пятидесятник меня увидел во сне. Я подошел ему и сказал, тут зайди сюда. Он меня не слышал, не знал. Его звать Леонтий. Он в Америке был, с Украины ездил там на заработки. И он сразу мне написал. И теперь уехал, и звук нет. Я каждый день за него молюсь. Мне зачем судить? Он в ереси находится. Я ему это сказал. Православие для нас ближе всего. А ты католик. Ну и там много где работы. Трудись. Католики вот о нас услышали в Испании. Так они стараются помогать. Все книги выписали. Они уже православные. Заботятся, чтобы наши ресурсы откопировать и сохранить там на другие серверы отправить. Никогда не встречались. Услышали, я тут разговариваю с Украиной, одна этим годом была с дочкой-то. Они сразу деньги выслали, чтобы она могла доехать до нас, в Алтайский край, с Украины-то. Вот, здесь я гляжу, Астахов есть, тут я вижу его. Он никакого отношения к этому не имеет, но сердце его тронуто любовью к Богу и к этому. Оно сразу ей билет взял сюда доехать, с Москвы. Видите как? И... Судить не надо. Зачем это судить? Бог судить будет. Но обличать мы должны. Призывать к правду обязаны. Это пророк Михей, сын Имлая. Вот найдите его, почитайте. Все говорили, а будь как все, давайте там на ладошечке где-то. Я скажу, что Бог скажет. Я написал стихотворение одно есть. Что скажет Бог, то изреку и я. Заученная фраза у Михея. К такому в рот не заползет змея. Не нанесет он в уши ахинею. Замучили с ним, а он свое иерарчикистов разоблачает. И это в песне на музыку положили. Мы обязаны это делать. Притом это надо определить себя сразу, сегодня, никуда не уходя. Прими истину Господню. Тут такое сокровище. У сектантов ничего нет, они сироты. Вон у них Питер Гилквист, пришло 2000 сектантов, крестились. Православие пришли. Называется «Возвращение домой». Вот сейчас в Иркутской области уже сколько пришло, там они стали священниками. И выступают и говорят. Такое впечатление, что я где-то на стороне далеко-далеко был. А был руководителем у баптистов. А теперь я вернулся домой, я не могу улыбки скрыть. Нашел меня Господь, нашел. А там он не мог этого сказать. Любая секта имеет начало где-то тут, в 17 веке. В 1609 только Джон Смит... Сам себя крестил. В 1639-м в Роджерсе первая баптистская община. А от них пошли дальше уже. Конца краю нету. А мы баптистская церковь. Да нет церкви. Баптистская ересь. Придумали конфессии, деноминации. Хитрость сатаны. Под этими словами ересь написано. Иди в церковь, там, где есть священство, епископат, патриарх. Вот все. Я имел в виду два слова еще, что многие знания, они вовсе не создают кроткого человека, смиренного. И те, которые очень много знают, пишут книги, учат других,
Они прямо сдержать себя не могут, заметно. И так воинствуют по плоти, так ревнуют уже, что прямо огонь как будто от них исходит. Но... Вот это я имею в виду, иллюзия приобретения. Знания не дают Христова характера, а просто пост, простая молитва, простое отношение с людьми, вот и, ну, и дает смирение и мирное устроение духа. Да нигде не написано это, чтобы мирное устроение для себя, знай, какое-то на ладошке пристроить. Это обман. Это дьявол придумал. Господь весь мир распахнул, а многие знания уводят. Божественное знание моря, а не просто знания мирские. Вы обязаны знать это. Ян Златоуст 12 томов только осталось, книги пишут, а ему равных нету. Так это только сохранилось. Ефрем Сирин, совсем, кажется, неграмотный. Это не юрист. Тот и юрист там был. 6 томов. Не надо, то есть еще не написал, нету, и значит и другим не надо. Понятно, откуда ветер дует. И так все уже запечатано. Нигде вы не говорите. Ты другим не благовествуешь. Зарытый талант. Почему не говоришь? Девы, они не осквернились с миром, тихо, мирно постились, и в дверь не открыл Господь. Масла-то нету. А что такое масло? Вот теперь и разбирай. Ты открой это место, Иоанна Златоуста, там 6-й том-то, и увидишь, что там написано. У меня на дому столько сектантов разных приезжало, не могут растолковать ни одного стиха. А вот сядь, скройся, вот как раз это и нужно сегодня, попам. А если бы мы все стояли на страже, да заботились об этом, да, они по-другому бы себя вели. А если видишь, что человек серьезно смотрит, и воровать боятся. Я могу, имею опыт такой, в камере сидим 70 человек, по 6-й ходке идут. Но вот только пришел туда верующий, молится, первое, что только начинаешь молиться. И уже через день ни один не матерится. И курить подходит куда-то. А потом в очередь становится, но ночью один молишься, они уже сзади стоят молятся. А давай тихо, я пришел поститься. Нигде этого нет. Вы о благовестии вообще не говорите. А Господь говорит, сидите, ждите обетованного. Сколько? 10 дней. И сойдет на вас сила Духа Святого. Вы об этом ни слова не говорите. Значит, не испытали, не знаете. Это фальшивое проповедуете христианство. Да нельзя, они такие, они должны быть такие. Огонь. Я желаю, Господь говорит, огонь с неба не извести. Вы никогда про это никому не скажете. Чтобы он возгорелся, огонь в человеке. А если будешь стоять так мямлить, пост, молитва, ничего нету. Да пост, молитва, это только подготавливает тебя. Молитва. Жил я с этими молитвенниками. Ночью не разбудишь. А ты возьми за эпиграф 117 Псалом, 164 стих. Семикратно в день прославляю тебя. Из рук не выпускай. До работы, до седьмого пота. Будет из чего уделять нуждающимся. Тихо, смирно. Ты говори так, чтобы и мертвые воскресали. А огня нет под это. Еще говорит. Это самое низменное состояние. Господь на вершину возносит. Безгласные возгласят с высоты гор. Как прекрасны ноги благовествующих мир. Вы об благовестии вообще не знаете. Идти по миру от двери к двери. И будут всходы, будет плод. Сразу себя сейчас переформатируйте. Сегодня уже это понимают патриархии. Миссионерские курсы открывать, они знают как. Священники нам звонят. Ну придите, чтобы им отчет-то дать. Наши люди едут туда и говорят. И все принимают. А как скажешь-то? Если мямлить будешь, кто тебя будет слушать? Ты так скажи, чтобы свет воссиял. Ему понятно, да, здесь живой человек. Это посланник Бога. Он вопиет на горах Израилевых. Когда проповедовал протопоп Авакум, на другом конце села было слышно. Аминь. Поэтому Игната Сергей из Донецка и поехал по Теряевку. Умница. Этот человек, если не пережил, духовного рождения нету, исполнения Духом Святым нету. Они придумывают эти монашеские басни. Послушание дороже поста и молитвы. И везде говорят. Я только приехал в Тбилиси, меня сразу на проповедь. Там мой крестник, еврей, обратился в моем доме. Еврей, священник. Наум Израилевич. Я это сказал, так попы сразу зашушукались. А ты не смотри на них. Возвещай истину. Будут слушать или не будут, ты говори.
изничтожены языки полезные, сделаю, как мои уста, Господь говорит. Вы ни одного места Писания не приводите. А почему? Где-то с монахами уже обтирались, там сидели. Как у нас побудут, как вот заразой какой, сделаются паралитики. Я вот смотрю, тут, которые приходят, в Германии, гляжу, Ассортисон, Валентина с Екатериной, вот они одеты, красавицы сидят. А почему? Живое слово достигло их. Приехали в Потеряевку, приняли крещение с полным погружением. А это в тряпочку сопеть-то, никому это не надо. Вы в каждом храме посмотрите, что попы делают. Крестить не хотят, ладошкой мокрой. Человек должен троекратно погрузиться в воду. Трудно ли это? Иоанн Златоуст говорит, чтобы душу найти, обратить. Тысячи талантов нужны, а знания не нужно. То есть я ничего не знаю, и вы такие же будьте. А в этом отношении я уже лидер, я меньше всех знаю. Откуда это взяли? Тысячи талантов я должен знать, что ему нужно, что помочь ему, какие места, какие болевые точки. Ни два, ни три, ни сотни. Тысячи. А чтобы крестить правильно, ни одного не надо таланта. Достаточно быть рукоположенным. А сегодня этого не могут делать. Стоит, кто не причащался. Чаще исповедуйтесь, причащайтесь. А что исповедоваться-то? Это раньше был журнал такой, Покров передавали, разные журналы. И там называется «Просветитель, муж с женой». Батюшка оказался такой проповедник, а настоятель там, кажется, Ферапонт был. Он его зажимал и нажаловался на него, а матушка среди детей в деревне, и сразу деревня другая стала. Там пить перестали. Нажаловались, его в монастырь сослали. Ну, монастырь-то сослали-то на 3 месяца, кажется, или на полгода. Ну, он-то тот же самый, кажется, отец Василий. Ну, и начал говорить, монахи потянулись, а мы только внутрь себя смотрим, там ничего, кроме греха, нету. Они увидели, он говорит, что сидите, то вот форпост, я написал этому Лонгину, этот Жар, Михаил бывший, священник-то. Ну и однажды зашел там, в притворе постоял генерал, и он услышал эту проповедь, и поехал, и к знакомому архиерею, а архиерей как раз над этой областью-то, и ему говорит... Он говорит, люди-то плохо в храм ходят, а этот архиерей-то ему жаловался. Он говорит, не скажи, владыка, я сам такой чуть-чуть. Но, говорит, вот был в монастыре, и там, откуда, говорит, там такой человек-то? Как он проповедует? Он меня так, говорит, тронул, я слеза прошибла, я совсем не такой. К Серафиму на исповедь пришел один, говорит, ты куда лезешь-то, вор? Отшиб его сразу. Это Серафим кроткий. Архиерей переоделся. Взял с собой послушника и приехал, как будто монах, закрыл лицо, стоит, узнать, в чем дело-то. И посмотрел, как он проповедует, дальше поговорил, и тогда написал, скупейку прислал ему, того убрали, Ферапонта куда-то, а этого поставили настоятелем храма. Называется «Просветители». Были такие люди. Когда священник Григорий Петров написал акафист, слава Богу за все, за несколько дней до расстрела написал в ГУЛАГе. А когда он проповедовал в Санкт-Петербурге, там, говорит, кварталами не могли пролетки пройти, его слушали. Когда Иоанн Кронштадтский говорил, вся Россия съезжалась. Почему он не сопел в тряпочку? Он говорит, Бог пошлет вам бич в лицо. Вы дождетесь этого Ленина, Сталина. Ну, а у меня любимый пророк, пророк Иеремия, Господь ему сказал, они как буря против тебя поднимутся, а я тебя сделаю скалою. Они ничего не возмогут. Вот и весь ответ. Выкиньте из головы это, сидеть. Пост и молитва должны поддержать человека, чтобы он огнем горел. На вершине горы может ли город укрыться? Городом называется. Чтобы люди видели ваши добрые дела, видели, а не то, что в тряпочку подражали. Чтобы люди видели добрые дела и прославили Отца Небесного. Все перевернули. Тихо делать, не знать. Ты должен всю жизнь учиться, и в конце скажешь, ничего не знаю. У меня в моей жизни я не знаю дня, чтобы я чему-то не научился. Это скоро 60 лет будет, как я учусь. И все время, как будто только сегодня начал учиться. Потому что жизнь такими боками переворачивается, даже не знаешь, что и ответить, как отец Дмитрий Смирнов говорит. Слышали, как он говорит? Бабушка говорит, можно задать вопрос, отец Дмитрий, а он там правая рука, можно сказать, у патриарха Кирилла.
Ну, я подумал, такой вопрос задаст, что не ответишь. Давай. Она говорит, еду, когда я в храм, и поднимаю руку там на остановке, то такси останавливается, везет. Я, говорит, рассчитываюсь, если это мусульманин, он не возьмет деньги. Да как, брать-то, ты мать, да ты едешь молиться, там, за меня помолись. Но если русский, обязательно возьмет, это моя работа. Отец Дмитрий говорит, другие люди будут жить здесь, Богу не нужны мы. И мусульмане ближе ко Христу, чем мы православные. Здесь другой народ будет жить-то. Это уже он не в тряпочку сопит. А он против меня говорит, меня это не касается. Он говорит, он за свои слова ответит, я за свои. Он сказал правильно, я говорю, он сказал правильно. Кого любит Господь, тому Он дает знания. Молодец. Ну, понял, он в храме. Так, отставить. Меня слышно в эфире, прошу прощения. Аминь, Игнат Тихонович. Аллилуйя. Мы молимся в конце, поднимаем руки и вопием к Богу. А кто так молится? Да ты считай жития. Иногда распростирались на земле крестообразно, в подходящем месте. Варвара, все поднимали руки. Сегодня в церкви-то нет, только поп поднимает руки. Да почему? Все поднимали руки, все. Жития святых. Павел говорит, итак, поднимайте руки без гнева и сомнения, мужи. Он призывает к этому. Неужели мы не видим, в каком состоянии церковь-то находится? Андрей Кураев правильно говорит, она была гонимая, она была презираемая, как, а сегодня вот такое, с таким презрением никогда не было. Просто как от заразы какой люди шарахаются, как скажешь православную, да пошли вы. И все везде, деньги, деньги, деньги. Вот у нас ничего нету, святая десятина все покрывает. Нигде ни торговли, ни свечи, сами восковые свечи льют. Ни одна свеча, огарка нету, да гореть должна и погаснуть, в устав вели. Везде надписи. Между иконами из Библии надписи. Ничего особенного нет. Но подобной общины больше нигде нету в стране. Это я беру только внешнее. Какое благовестие Бог дал проехать. 120 тысяч километров, 600 городов. И везде дарили и книги, и Евангелие. Только в окрестности мы раздали Евангелие 30 тысяч. А почему? Бог вас жег. Это наш народ. Сейте разумное, доброе, вечное. Сейте, спасибо вам скажет сердечное, русский народ. Николай Алексеевич Некрасов. А Федор Фомулевский писал, работай руками, работай умом, работай без устали ночью и днем. А там уж что будет, пускай так нужно работать, мы дружно давай. Так уже все, время прошло. Сергей-то где наш? Да здесь я. Руководитель. Через 15 минут Виктор будет вещать. Да, да, давайте скорее разойдемся. Да, нет, он закончит там Евангелие, закончит, потом будет противосектантское. Вот это будет. Нет, он вас-то понял, что именно сразу начинать надо. Ну, значит, сразу. Я еще против. Согласен. Застой на истекало истину, блажите тебя Богородицу, пресновлаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без искления Бога Слово Родшую, сущую Богородицу тебя величаем. Да, тихо, Отец наш Небесный, любящий наш Создатель, мы предстали перед Твоим величием, чтобы возблагодарить Тебя, что Ты даровал нам жизнь телесную и духовную. Даруй каждому духовное рождение свыше и водительство Духом Святым, чтобы не постыдно встретить Тебя, выйти с сосудами полными илею добрых дел, соделанных в Духе Святом и с любовью. Господи, благослови предстоящее занятие. Посети болящих, дай силу все перенести и пошли им исцеление. Правителей пробуди, сохрани их от покушения на них. И нас помилуй милости Твоей ради,
Слава Тебе, Господи, что Ты сохраняешь Святую Православную Церковь. Научи нас ценить это. Пробуди пастырей. Господи, сокруши этого мамону. Ибо Ты сам сказал, не можете служить Богу и мамоне. А Тебе, Боже, слава, хвала, честь и поклонение. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Аминь, спаси Христос. Аллилуйя. Аминь, спаси Христос. Аллилуйя. Спаси Христос. Аллилуйя. Слава Тебе, Господи.